Спартаковцы уверенно повели игру и, видимо, не сомневались в своем успехе. Но ярославцы оказались не из робкого десятка. И на 35-й минуте провели, я бы сказал, изящную комбинацию, которую точным ударом завершил Мартьян. Спартак сразу же прибавил скорость. И уже спустя 6 минут Шмаров продемонстрировал искусный дриблинг. После чего счет стал ничейным. И главный тренер москвичей Олег Романцев мог немного успокоиться. После перерыва игра носила относительно ровный характер, но Спартак уже инициативу не упускал. Четкую комбинацию, в которой участвовали Родионов, Морозов, спокойно завершил удачливый в этот день Шмаров. И Романцев, и Досаев теперь могли порадоваться за своих одноклубников.